Ну что, посмотрим, во сколько может обойтись примерный евротур. Цены я указал, исходя из наших расходов, на одного человека. Грация. Удалось взять за 8, почти за 9 евро. Привет, Горбу. Такой ответ. На 9. 760 долларов на одного человека обошелся нам этот евротур. Но если это для вас дорого, не расстраивайтесь, путешествовать можно дешевле. На момент путешествия компания Ryanair еще не была в Украине. Просто следите за акциями, покупайте билеты на год вперед, путешествуйте, открывайте для себя новые страны. Сейчас это как никогда возможно.